Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат из помидоров с сыром по-египетски. Для приготовления нам потребуется один помидор, вот у меня достаточно крупный, перчик, я возьму 2/3, сок одного лайма, это 2 столовые ложки, щепотка перчика чили острого. Если он вам не подходит, вы можете его не класть. Здесь у меня такой плотный творог. Если вы находитесь в Египте, вы можете использовать гебна-ариш, но он подсоленый. Я буду пользоваться солью. Если он достаточно соленый, значит, соль не нужно класть. И 2 столовые ложки растительного масла. Итак, начнем. Я порезала перчик на вот такие вот мелкие кусочки. Вот такие. Также мелко нужно постараться нарезать помидор. Посмотрите, на какие кусочки я режу помидор. Вот на такие. К перцу и помидорам выжимаю лайм. Я выжимаю его полностью. Нам нужно 2 столовые ложки сока лайма. Сюда же прибавляю острый перчик чили, шатта. Теперь я беру примерно 200 граммов сыра ариш, гебна-ариш или плотного творога, как в моем случае. Я вот так его раскрошу сначала. И после начинаю перемешивать. Нужно хорошо перемешать. Подсолить. Я его подсаливаю, потому что он у меня слабо соленый. Если он полностью хорошо просоленный гебна-ариш, попробуйте, чтобы не пересолить. Вот так вот я хорошо все перемешиваю. И осталось только добавить пару ложек столовых растительного масла. Вот так. И снова все перемешиваем. Итак, наш салат из помидоров с сыром по-египетски готов. Наш салат из помидоров с сыром по-египетски готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!